Губернатор Олег Кожемяка проверил ход строительства новой школы в поселке Светлое Тернейского муниципального округа. Глава региона побывал на строительной площадке, оценил скорость выполнения монтажных работ. Сейчас на объекте задействованы 20 человек, привлечено 3 единицы техники. Работы идут по графику. Материалом для новой школы был выбран клееный брус, который производит приморская лесоперерабатывающая компания «Тернилес». Строители рассказали, что из клееного бруса здание школы собирается быстро. Для монтажа не требуется привлечение большого количества техники. Кроме того, здание имеет высокую энергоэффективность. Материал хорошо сохраняет тепло. Самое теплое будет здание на всем севере. Ты быстро собирается. Да. Легче, кран не нужен. Конечно, нет. Ну вот сейчас такие конструктивы мы будем делать. И папы, и садики, и школы, и физкультурные комплексы. Наиболее удобно для того, чтобы избежать всех мокрых процессов. Зиму хорошо собирается, очень удобно. Закончить строительство новой школы в Светлой планируется летом 2023 года. Площадь помещений составит около 2500 квадратных метров. Отапливаться школа будет от собственной котельной.